Приветствую. Эту часть я назову уже «Как не зависеть от мнения чужих людей» или «Как иметь свое собственное мнение». Вы никогда, все равно повторяюсь и повторяюсь, не будете, у вас вообще не будет права на выбор, на свое собственное мнение, если вы не будете знать, чего хотите именно вы. Если вы не прислушаетесь к своей душе, к своему внутреннему миру. Все говорят, эзотерики, вот это вот все вот такое, ой, там все такие вот крутые, все так это знание. На самом деле, пока вы не поймете, кто вы, допустим, даже в прошлой жизни вам могут понять, кто вы в этом воплощении, каково ваше предназначение. Вот, например, я всегда знала, но с пути тоже иногда сворачивала, но это больше было связано с тем, что я шла туда, где можно больше заработать денег. Но, как оказалось, мой родной человек был прав. Он когда-то мне сказал, зачем ты идешь туда, ведь ты все-таки психолог. Да, я психолог, причем многомерный психолог. Для меня это просто вообще... Я каждый день это все разбираю. Каждый день разбираю мне это. Я жить просто без этого не могу. Мне это невероятно интересно. Также даже очень нравится достойным действительно людям помогать. Так вот. Вы должны, я говорю, самое главное, вот все, даже чужое мнение, даже вообще вот все, что не могу, конечно, говорить уже открытым текстом, скажу, что кто-то нам там откуда-то навеливает, хочет сделать из нас роботов. Я ведь уже говорила не раз, что глупыми, тупыми очень просто управлять. А если вы будете, все равно, я вот, знаете, верю, что у каждого есть свое предназначение, у каждого есть какая-то вообще... Если даже в этой жизни человек, я еще раз говорю, какой-то вор, допустим, там, ну, не совсем потерянный, или там выпивает, алкоголик, про наркоманов, конечно, не буду говорить, у него всегда есть право в этом воплощении исправить свою жизнь, изменить свою реальность. Но даже, кстати, бывает такое, что человек почему пьет, он не хочет смириться с этой реальностью, то есть его что-то уже совсем не устраивает, он уже не может, но вот он топит это все в вине. Нужно найти, прислушаться к себе, обратиться к специалистам или самим изучать и понять ваше предназначение. То есть вообще, с какой целью вообще вы здесь воплотились? Ведь все не просто так. Какие уроки вы должны еще пройти? Может быть, вы не уроки не все прошли, не все до конца проработали. Вот это уже будет ваше мнение, ваш выбор. И вообще, я считаю, что и в нашей стране все-таки у нас есть выбор какой-никакой. И вы можете... вообще из любых рамок выйти. Вы просто все зажимы, вся вот эта решетка, тюрьма, это в голове. Да, многие считают, что здесь, конечно, ад на этой земле, что здесь тюрьма. Но здесь просто нужно играть